Итак, первое упражнение – полумостик. Ложитесь на пол, у дивана, у кровати, ножки можно повыше, и зафиксируйте их на поверхности. Итак, ноги согнуты, спина лежит. На выдохе поднимаем таз. Обязательно верхние точки опускайте, поднимайся. Обязательно верхние точки. Сокращаем ягодицы. Они сокращают мышцы тазового дна. И не надо акцент на вдох, акцент только на выдох. Думайте о выдохе. У вас сокращаются мышцы ягодичные, мышцы промежности, давай. И частично мышцы живота. И они фактически укрепляют мочевой пузырь и почки на месте. Они перестают болтаться. И неконтролируемое мочевыделение исчезает. Но не сразу, не за один раз, поверьте мне. В этом упражнении вы должны контролировать мышцы ягодичные, они сокращаются. Мышцы живота, они тоже сокращаются. И мышцы позвоночника, они тоже сокращаются. И таким образом мы укрепляем эти органы на месте, делаем. Упражнение можно делать бесконечно долго, но постарайтесь сделать не меньше 15-20 повторений. Можете делать их через день, но я советую регулярно, после сна. Хорошо, спасибо, Надежда.